Thank you Хорошо, итак, сегодня я пойду в слово, я хочу поделиться с тобой, я так скажу, очень уникальным откровением или словом. Вы знаете, очень много вещей, которые Бог мне открывает, они приходят ко мне на почве моих вопросов, моему Богу, вы знаете. И вот эта тема одна из очень таких, я так скажу, моментов в моей жизни, где я исследовал, смотрел, испытывал. Вы знаете, тема называется «Иное измерение». Вы знаете, сегодня я хочу говорить о том, почему в христианстве есть явно выделенных две категории рожденных свыше детей Бога. Вы знаете, мы сегодня не будем говорить о религии, о этой мертвой структуре, я об этом не хочу говорить. Сегодня я хочу, дорогие, коснуться, вы знаете, тот вопрос, который меня всегда, он меня волновал. Почему, но почему, но почему же в христианстве рожденные свыше дети делятся на радикально две категории? радикально две категории. И поэтому я хочу сегодня поговорить, поставить вещи на свои места. Эти люди спасенные, эти люди с Иисусом, они признали Его. Но ты знаешь, есть четко определенные два русла. И эти два русла абсолютно не понимают друг друга. Это то, что я хочу сегодня с вами поговорить. Вы знаете, у меня были постоянные вопросы. Почему? Есть категория людей, мы все верим, в чудеса, в знамения, описанные в Библии, да? там изгнание бесом, освобождение. Но как только Иисус переходит черту и говорит, будете пить мою кровь, есть мою плоть, моментально отделяются две категории. Кто-то понимает меня? Почему одни остались, не понимая, другие его оставили, не понимая. Кто-то понимает? О? Ты ничего не понимаешь, слава Богу. Что это? Меня всегда волновало. Вы знаете, легче всего поставить крест на людях и сказать, а, это религиозные люди. Нет, стоп. Мы не говорим о религии сегодня. Кто-то понимает? Мы говорим о людях, которые не хотят переступить черту чего-то непонятного, чего-то необъяснимого, чего-то, что невозможно доказать. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть и вот здесь вот есть вот эти две категории, они четко разделяются. И на почве одного и того же Бога, на почве одного и той же Библии, на почве все обе категории спасены, крещены Святым Духом, они в русле по направлению к небу, но одним абсолютно достаточно того, что они имеют, а другие жаждут. Обе категории не понимают ничего, потому что понять Бога невозможно. Но одни на почве непонимания раскалываются, уходят, а других непонимание или невозможность объяснить это втягивает их. Ребу задать тебе, вот чтобы ты не понимал сразу. Бог ниоткуда не взялся. Бог никогда не начинался и никогда не закончится. Подумай над этим глубоко. У тебя сейчас уже начнет крыша съезжать. Почему? Потому что как Бог не начинался. Но как не начинался? И твои мозги начинают просто кипеть. Твоя серая масса начинает просто пузыриться там внутри. Как это Бог не начинался? Все начиналось? Не Бог. Ну как же? А если в самом начале? У Бога даже нет начала. Потому что начало есть у того, кто начался. Он альфа и омега, он начало и конец. Как? И у тебя начинаются такие, знаете, пузыри в голове дуться. Ну ладно, это мы откладываем. Это подумаешь потом. Помучаешь свои мозги. Знаете, и мне просто было интересно. Я не могу просто так их отрезать. Они все любят Бога, и вы знаете, мы, конечно, мы жестоко, я так скажу, жестко воюем против духа, религии, и мы делаем все возможное, чтобы разрушить эту структуру самого дьявола. Я так скажу. Но что происходит с людьми, которые вот они прошли инкантр, вот они встретились с Богом, вот Бог их исцелил, они верят в исцеление, они верят. В то, что Бог может, да, исцелить твое сердце, исцелить, а вот золотые зубы не может Бог дать. Вы понимаете две категории, да? Вот, вот, вот о чем я говорю. Вот а Бог может дать только настоящее. Нет, Бог может все. Окей? Okay? Скажи, Бог может все. Все. Что хочет. Даже осел заговорит в одно время. Понимаете, Бог делает, что Он хочет как он хочет, и точно не спрашивается нашего, не спрашивает нашего мнения. Итак, что это? Есть два мира, послушайте меня. Сейчас я хочу, чтобы мы с вами очень внимательно послушали, потому что, я скажу, это тема для взрослых, это для людей, которые упираются в какие-то вещи, и ты не можешь понять, я их люблю, но я их терпеть не могу из-за этого. Если бы они убрали эту пыль, этот, или эти камни, эти руки растут, ноги растут, ногти уберите, и я хочу исцелений, восстановлений, покаяний. Кто-то понимает, да, о чем я говорю? Вот она эта категория, которая вмещает до того, как начать надо пить кровь и есть плоть. И все, здесь вмещение заканчивается. Слушайте сюда, эти 70 учеников, которые кувыркнулись на этой фразе Иисуса, они все изгоняли бесов и воскрешали мертвых. Написано. Они в радости, написано, 70 возвращались в радости и говорили, Иисус, и бесы нам повинуются. Они уже были задействованы в работе Бога. Они дети Бога. Ну что это за кошмар, который разделяет эти две категории? И я тебе гарантию даю, ни одна, ни другая толком не может объяснить. То есть как те 70 пф, плюнули и ушли, так те же 12 сидели и говорили. Вы понимаете, да? Откровение было одно у всех. Мы не понимаем. Мы будем как бы сидеть в теме. И еще он им добавил такое. Если не будете есть плоти Сына Человеческого, не пить его крови, не имейте части со мной. Пууу! И здесь О, нет. Все это уже не от Бога. Кто-то встречались, да? Вот от Бога, от Бога, от Бога, от Бога, от Бога, от Бога. И не от Бога все пошло. <з me> вот если вот это, это от Бога. Я тебе сейчас полностью объясню. Ты хочешь знать, что это такое? Я хочу знать, мне, мне хочется задавать Богу вот эти вопросы. Мне интересно знать, почему у одних людей так, у других так. Почему одни воспринимают, не понимая, другие не воспринимают, не понимая. Почему одних притягивает сверхъестественное, других оно как бросает в жар и в кошмар. Почему одни этого ищут, не понимая, другие от этого бросаются в шок и в, в бегство от того, когда это увидят и соприкоснутся с этим. Почему? Слушай, есть два мира и два измерения, в которых может жить рожденный свыше человек. Одно измерение это угодное измерение, это начальное измерение. Это измерение, в котором рождаются все дети Бога изначально. Это душевное, плоское измерение, где наш, вы знаете, где в этом, в этом измерении Иисус приходит к тебе и пытается подогнать себя под Тебя, чтобы Ты принял Его. Кто-то понимает? Послушайте сюда. Итак, в которых может жить рожденность. Одно измерение угодное, другое совершенное. В каком из них ты будешь жить, зависит только от тебя. Ты хочешь жить в угодном совершенном? Слушайте, все спасены. Я сейчас не говорю о спасенных. Мы говорим только о рожденных свыше, только о детях Божьих. Все, которые верят, которые спасены, говорят там языками, как угодно еще накладывать. Но мы говорим об вот этом элементе, где они не могут переступить эту черту. Они боятся. Все внутри их говорит, нет, это не Бог. Идет по воде. Это призрак. Послушайте. Бог, первый мир, это твой мир. Мой мир, наш мир, вот он, в котором мы привыкли, в котором наш разум все понимает, все должен вычислить, все должен прикоснуться, потрогать, все проверить. Оно. Вот он наш мир. Ты знаешь, что Бог абсолютно лимитирован в твоем мире? Абсолютно лимитирован. Я из Библии докажу. Абсолютно. Бог полностью лимитирован. И у каждого из нас есть свой лимит Богу. Ровно настолько, сколько твоя вера, выросла или дала Помните, от веры от веры в веру вы знаете что есть абсолютно другой уровень вообще жизни с богом от веры в веру двигаются младенцы скажи мне верят те кто не знают а если ты знаешь что тебе верить опа о о о о о о другое измерение слушай внимательно так первое измерение оно лимитировано бог не может Делать много, потому что ты не позволишь ему. Он входит в твой мир, и он должен только делать то, что ты считаешь, что от Бога. Кто-то понимает меня? Бог входит в твой мир, и ему нужно не соблазнить тебя. Второй мир это я прихожу на территорию Бога, где лимитов нет. Слушай, меня? меня очень внимательно для взрослых людей. Первое измерение. Мое, я приглашаю Бога. Второе измерение Бог приглашает меня. Опа! Две разные вещи. Вот она черта, где все задерживаются. Кто-то идет туда. Вы знаете, что пригласить Иисуса в лодку это одно, а выйти из лодки и пойти к Иисусу это другое. Кто-то здесь? Вот одна и та же ситуация, вот она лодка, вот оно море, вот Иисус, вот крещащие ученики, как первоклассницы. А -а -а, понимаешь? И одно дело, это Иисус, знаете, смотрите, что у нас с вами обычно происходит. Иисус, приди в мою ситуацию, реши ее, утих, утихомири эти бури. А Иисус говорит, и знаете, что Иисус делает? Он приходит, потому что Он тебя сильно любит. Он утихомирит все ради того, что Он тебя любит. Но должно прийти время, где Он говорит, сынок, ты находишься в проблеме, над которой ты должен полностью доминировать. Скажите мне, когда Петр шел по воде, мы не будем тр трогать того момента, где он тонул, это уже там Петр включился, давайте скажем так, он вышел в измерение Бога. Скажите мне, боялся бы ты о шторме, если бы ты стоял на воде? Скажи, куда-то страх исчез? Скажи мне тебя... Тебе нужно приглашать Иисуса в лодку, если лодки даже тебе не надо. Ты просто идешь и все. А -а -а. Вы понимаете сегодня меня, да? Два. Пусть сегодня оно будет в твоем процессоре. Вот так знаете, вот оно пусть крутится. Два измерения. В первом мы идем с вами от веры в веру. У нас Иисус был маленький. Потом он возрос. И вот у некоторых Иисус уже может изгонять бесов. У некоторых это еще а-а-а-а-а-а-а. Это еще М -м. Иисусик еще маленький, там он не может еще бесов изгонять. Кто-то, кто-то понимает меня? Кто-то уже вырос, он не только изгоняет бесов, он уже запросто молится и исцеление приходит. Вы знаете, что это классное начало детского сада. Это классно, это хорошо. Но никто из нас не должен там оставаться. Есть путь превосходнейший, где ты покидаешь свою сферу. И ты идешь туда, где лимитов нет. И сам Бог, сам Христос в тебе действует на все сто процентов. Где не нужна вера. Скажите мне, когда Иисус ходил по земле, слушайте, давайте я вам просто задам такой вопрос, на засыпку религии. Действовал ли Иисус с верой? А -а. О, стоп, стоп. Я сейчас пошатну некоторые ваши фундаменты. У Иисуса веры не было. Пусть это так впитается сейчас в твой религиозный тугой мозг. Не было веры. Иисус действовал исключительно из полного послушания своему Богу, Своему Отцу. Нет, вы меня не поняли. Вера нужна там, где ты не знаешь того, на полную силу, где тот, кто в тебе еще не может действовать на все сто. Но вера не нужна там, где Он занял тебя, и уже не ты живешь, а впитывается, нет? Или еще так, там где-то наждачкой снимаем? Слои религии фу, фу, рубанком. О, о, как это Иисус был неверующий? Да, Иисус был неверующий. И Иисус нам показывал с вами сферу, в которой ты и я должны потом ходить. Иисус ходил в другом измерении. Ученики поначалу ходили в измерении, где Иисус в них действовал, но несколько раз внутри них облом был. Приходит Иисус, а ученики там... Иисус не получилось из знать беса, он распсиховался вообще еще хуже. Помните эту историю, да? Иисус такой... Почему у Иисуса был такой, знаете, шок? Доколе буду с вами, доколе терпеть вас буду. Потому что в них не было достаточно, он говорит, из-за неверия. Если бы вы знали, кто вы, если бы я был на полное действие вас, то не ты бы верил и изгонял бесов, я через тебя делал бы все. Небо жаждет течь, но я тебе скажу, что небу мешает. Серое вещество – я объясню чуть попозже почему. Хе -хе. Мое и всех вас, и всех, кто смотрит, наше серое вещество мешает нам работать, Христу в нас, или нам выйти в другое измерение. Серое вещество всегда будет говорить, по воде ходить нельзя, потому что серое вещество ⁇ мозг. Мозги извилины, Они физические. И все, что им нужно, только физическое, доказать физически, и тогда они верят в мозги. Вы здесь. Окей, okay, хорошо. Ты что-то берешь для себя, или я тебя уже запутал. Туда. Будь со мной, будет со мной. Смотри. Итак, Бог лимитирован в твоем мире, но ты не имеешь лимитов в Его. Ученики вскричали, Иисус, проснись, мы тонем. Помните, да, эту историю? Иисус встал, буря молчать, волны молчать, и они там бф, поклонились. Кто это между нами? Между вами второй Адам, не согрешивший. Между вами находятся ученики тот, кто не просто хочет вам показать шоу, как останавливается буря. Кто-то понимает? Он хочет, слушай, Он хочет показать тебе, кто ты, кем ты должен быть, когда тебя вернут к Отцу в освященном вомытом кровью состоянии. Иисус шоу не показывал, Он показывал нам с вами, кто мы были в безгрешном перед падением состоянии. Кто-то здесь. Ты тут? Тут? Окей. Okay. Смотри. Эти два мира в постоянном конфликте. Эти два мира в постоянном конфликте внутри тебя. Эти два мира в постоянном конфликте между тобой и кем-то еще. Эти два мира, они постоянно воюют за реальность. Что есть реальность? Один мир тебе говорит, что вот это реальность, другой мир говорит, нет, это не реальность, потому что я не могу это понюхать, потрогать, взять. А что есть потрогать и взять? Объяснить вам? Вот сейчас я трогаю, да? Холодное, теплее, стекло. Это всего лишь все, что я вижу, слышу, запах принимаю. Это всего лишь электрические сигналы. Знаешь, что вот сейчас делалось? Раз, пошел электрический сигнал в мой мозг. Слушайте внимательно. Мой мозг из-за того, что ему сказали, что это алюминий, и он холодный, он мне говорит, алюминий это холодный. Вы понимаете, другими словами, твой мозг, он уже препрограммирован над, надолго вперед, и у него уже все схвачено. Смотри, эти два мира в постоянном конфликте. Ты можешь жить в одном, можешь жить абсолютно в другом. В первом в мире ты будешь всеми признан. Кто-то меня? Потому что в первом мире, в мире разума, ты будешь признан, потому что в этом мире ты все сможешь доказать. Исцелился больной? Ты открываешь Библию и говоришь, исцелился больной. Видели, да? Вес вышел? Вышел, да, вот делал Иисус. А вот рука доросла на, на, на глазах, или человек на 2 инча вырос на 4 сантиметра. Это уже не от Бога. И -э 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 -э, такого не бывает. Почему? Это всего лишь электрические импульсы, посылаемые в твой мозг, которые тебе говорят, что это. Тест. Вы засыпаете, ты ложишься спать, тебе снится сон. Пока ты не проснешься, тебя даже твои собственное подсознание обманывает, и ты уверен, что то, что ты, то, что тебе снится, это реальность. Я верю, что сейчас все должны поднять руку, потому что а, я не верю, что здесь не, есть кто-то, кому не снились сны. Алло, тук-тук. Знаешь, почему мы живем во лжи обмана, вот в этом мистическом мираже? Потому что как только ты засыпаешь, внутри сна тот же те же импульсы идут в твое подсознание, и ты во сне ходишь, переживаешь боль, нюхаешь, прикасаешься, делаешь все. И пока не проснешься, для тебя это полная реальность. Иногда, даже проснувшись, тебе нужно 5 минут, чтобы въехать, что это реальность, а не то. Кто-то понимает меня? Так вот, я тебе сейчас доказываю: мы живем в обмане собственного мозга. Гля, закипело, зашипело. А я же думал, что все так реально вокруг. Это то же самое. От того сна ты проснулся. А от этого? Хорошо, подумай, пусть это так, пусть это... Пусть это так сядет в тебя. Ты знаешь, что ты от этого сна проснешься тоже? Это называется смерть первая. Мы скидываем костюм. Вот этот костюм. Вот он. Кто-то понимает? Ты через 100, 120 лет, 80, 90 разницы нет, кому как. Мы все проснемся от этой реальности. Подумай, подумай. Пусть это так впитается в тебя. Я буду идти дальше. Это тот же сон, который там. Только это сон графика покрасивее. Будешь плохо играться? Раньше проснешься? Я не знаю. Вы знаете, я специально подбираю другие слова, потому что если я буду использовать религиозные слова, твой мозг меня не будет слушать. Он будет слушать брата Степана 20 лет назад. Поэтому мне нужно сейчас полностью все мои месседжи перефразировать, чтобы до твоего мозга у тебя новые электрические импульсы посылались твои извилины. Ты что-то берешь для себя? Знаешь, когда мы познаем, когда это для нас новое. Поэтому мне нужно всегда выбирать слова. Если я начну повторять один и тот же месяц, ты просто начнешь спать. Потому что твой мозг только включится, он скажет, это знаем. И он пошел отдыхать. Как и со всеми нами было в хороших заведениях раньше. Смотри. Итак, тебе нравится, тебе нравится? Ой, как хорошо, ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Смотри. Итак, а, вот это такой же самый сон, как и вот тот. Ты знаешь, что ты даже во сне можешь заснуть. У кого-то было такое? Я помню, потерялся полностью. Бог-свидетель. Бог свидетель. Я во сне заснул, потом проснулся раз. Все, моя комната, иду, потом проснулся два. Я думаю. И потом я начал щупать, точно ли я проснулся. У кого-то было такое? Было-было, знаю. Не я один кувыркаю здесь в этом сне. <связать> Итак, дорогие мои, я вас умоляю. Мы помещены в этот красивый сон, мираж, чтобы в нем уже понять, что это не реальность. Кто-то понимает меня? Что реальность нас ждет там. Поэтому, когда ты спишь, не будь плохим мальчиком и плохой девочкой. Веди себя хорошо. Okay? <laughs> Потому что за этот сон <laughs> ты будешь отвечать вы, вы, э, У вас был такой момент, когда ты просыпаешься И ты осквернен грехом, который ты сделал во сне Тебе блевать хочется от того, что ты сделал Нормально, кивай, кивай, все нормально, хорошо, кивай, кивай Да, Я две руки подниму и ногу еще подниму Потому что я абсолютно знаю, о чем я говорю Я здесь врать никому не собираюсь, мы в игры не играем я просыпался, абсолютно мне блевать хотелось от того, что я там сделал. А Бог мне говорит, ты знаешь что? У тебя именно в том моменте, фрагменте, не было сдерживающего тебя мозга. Знаешь, почему все дела будут вскрыты? Потому что сейчас, знаешь, что сейчас держит твою натуру от взрыва? Твое серое вещество сейчас сдерживает тебя. Нет, вы меня сейчас... Есть Кто... здесь взрослые люди? Хотите, чтобы я это сказал? Слушайте внимательно. Я это все это не говорю. Знаешь, что держит тебя сейчас? от того, чтобы все мы увидели, кто мы на самом деле есть. Наше серое вещество, которое контролирует наши слова, наши действия, наши даже гадкие зависимости, сейчас их не видно. Наше серое вещество абсолютно контролирует сейчас нашу речь, нашу одежду, наши повадки. Можешь себе представить, в одно прекрасное время у тебя нет серого вещества, и все, что ты есть, стоит перед самим Богом. И спрятать нельзя, закрыть нельзя, сдержать нельзя. Подумай над этим, подумай над этим. Итак, идем дальше. Ты берешь что-то? Берешь, берешь, берешь. Хорошо, хорошо. У, хорошо, мне нравится. Я уже чувствую, что хорошо. Итак, в первом мире ты будешь признан всеми, потому что даже, даже Бог в твоем мире, он адаптируется. И создал брат Степан Господа Бога, внутри себя, по образу своему и по подобию своему. Знаете, почему нам так приятно? Это от Господа, брат. Это от Господа, сестра. Потому что внутри тебя живет Твой Господь. И ты всех судишь по своему Господу внутри себя. Скажем, слава нашему Господу. Вот, видите, вот я вот об этом и говорю. Вот этот, и вот этот Господь внутри тебя, Он определяет Господа вокруг тебя. А это не Господь внутри тебя. Это твой вариант твоего серого вещества, созданный внутри тебя, что ты назвал Господом. Хе -хе -хе. Это абсолютно ничего с Богом не имеет общего. Это всего лишь электрические импульсы, которые твой мозг интерпретировал в Бога. О, чувствую, чувствую, это Бог, это Бог. А вот это не Бог. Почему? Ну что никогда не чувствовал этого. Хе -хе. И мозги твои говорят, не-не-не, трогай. Не, 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 трогай, не трогай". ручник. Не от Бога. Цена от Бога, цена от Бога. Ту -ту -ту -ту, -ту, -ту. Территория дьявола. И мы в кошмаре. Итак, во втором мире ты не будешь понят и признан никем, потому что то, что ты будешь делать, и то, что Бог начнет делать через тебя, кто-то понимает, да? Знаете, что такое? Пригласить Господа в лодку и помолиться Господу, чтобы он утихомирил бурю этакую. Это один вариант. И это нормально, это работает. В этом можно жить до конца, до бороды седой, до гроба жить в этом. Второй момент, где учеников кувыркнуло, Петр такой призрак! А потом Иисус говорит: да не призрак, мужики, все нормально, это я. Если это ты. Вы знаете, когда даже Петр разговаривал с Иисусом, Он до конца не верил тому призраку. И он ему говорит: если это ты Иисус, представляете, что Петр сделал? Петр сделал то, что ни один ученик даже в голову не мог вместить. Петр вышел в другое измерение. Если это ты, скажи мне идти по воде. Потому что если это не Бог, Петр так понял, что я... Петр так подумал, я сразу утону. Иисус, а Иисус, что Иисус классный вообще, Иисус вообще классный. Он говорит, иди. Он такой из лодки выходит. Хе -хе -хе, мужики, гля, иду. Мужики, мужики, гля, иду, иду. Мужики там вообще ничего не понимают, что вообще происходит. Вы понимаете, почему в лодке все признано. Ты сказал, Господи, приди. Он пришел. сказал, Буря, молчи. Волны, молчи. И ты сказал, Господь помог. Второй уровень. Это когда тебя даже ты даже не молишься об этом. Ты такой, какие волны? А эти? А что с волнами? Волны как волны. Кто-то понимает о чем? Вы знаете, что есть другой уровень доминации? Я тебе сейчас хочу бросить такой маленький вызов. В Эдемском саду, когда мы с вами были рождены руками самого мастера, дизайнера Бога, скажи мне свое предназначение. Создадим по образу, по подобию. И да, ага. твоя функция владычества. Первое слово, которое вышло насчет тебя и меня, Иисус Бога, и оно не изменилось. Кто-то может понять? Не изменилось. То, что мы должны спасать, да, мы должны спасать, во-первых, мы должны владычествовать, а во-вторых, спасать. Кто-то понимает? Владычествовать, спасать и владычествовать, изгонять и владычествовать, двигаться и владычествовать. В Библии написано: создадим их и да владычествуют над рыбами морскими. Кто из вас последний раз владычествовал над рыбой? Ну, я не имею в виду тарелку в ресторане. Ты не владычествовал, ты убийца, ты ее сожрал. Владычествовать над рыбами ⁇ это не то, что тебе кажется. Мы с вами не из пещеры разбежали? Владычествовать ⁇ это владычествовать, царствовать. Природа слушает тебя владычествовать над рыбами, владычествовать над животными, владычествовать над всей растительностью, над землей, над элементами, над тучами, над громом, над солнцем. Владычествовать! Иисус не показывал фокус, Он ученикам показывал, что есть измерение, в котором должна жить моя невеста. Это хорошо, когда жених приходит к невесте домой. Но вы знаете, что Библия говорит? Оставит отца и мать. И что? Вы знаете, что Ио... Ты знаешь, что это прообраз того, что она, когда-то невеста, она должна выйти из дома матери и отца? Жених, невеста, разницы нет. Мы с вами все невеста, поэтому аллилуйя. Она, мы, это она. Она должна покинуть дом отца. Дом отца, вот он, дом отца. Она должна покинуть это измерение. И она должна войти во владычество со своим мужем, с женихом на данный момент. Кто-то понимает? Владычество, вот оно. Или ты до сих пор еще хочешь Иисуса в лодку пригласить? Это неплохо. Приглашай, приглашай. Он будет тебя любить и будет приходить. Но есть другой уровень, я еще раз говорю, дорогие, есть намного превосходней выход, намного жизнь абсолютно другая, где Он через тебя Делает, что он хочет. Павел говорил, и уже не я же. Вы знаете, что Павел это была перчатка, в которой Бог делал, что Он хотел. Что Он хотел? Скажите мне, сколько нужно было Петру веры, чтобы его тень исцеляла? Кто-нибудь может мне на этот требус ответить? Все такие умные богатыри. Кто-нибудь может мне сказать, сколько нужно веры, чтобы тень исцеляла? Нисколько веры вообще не нужно. Это иной элемент. Кто-то понимает, что здесь мы говорим о двух разных вещах? Все здесь могут возложить руки по твоей неотступности, из-за того, что по твоей тупости, или там из-за того, что ты просто заморишь Бога, Он исцелит. Видел, что угодно видел. Вера, тупость, неотступность, что угодно, работает. Бог скажет, алло. Но есть другой элемент, где вера не нужна где есть абсолютное знание своего Бога, который абсолютно занял тебя. И твоя тень – это не твоя тень, Петр исцеляет, это тень Христа исцеляет. Это иное измерение. Если ты думаешь, ты когда-то до этого дорастешь, ты никогда. Скажите мне, как можно дорасти? Сколько нужно веры, чтобы пойти по воде? Вера не нужно, нужно послушание. Неверие, нужна капля, чтобы утонуть. Какие упражнения мне сейчас делать, чтобы по бассейну пробежаться? Да никаких, это иной элемент. Это иное измерение. Сколько нужно было Иисусу веры, чтобы через стены ходить? Ученики, вот я тут, вот меня нет. Сколько веры, сколько силы. Ни сколько не веры, ни сколько не силы. Это иной элемент, это иное измерение. Ты покидаешь вот это все. И вот, вот она истина, вот она правда. Слушай сюда, тебя никогда не поймут в элементе, где все понятно и все объяснимо. Тебя никогда, тебя предадут анафеме, как и Христа, как и всех учеников, как и Стефана, которого там убили, который совершал, написано, великие чудеса и знамения, чудотворения в народе который совершал величайший вещь, тебя не поймут. Тебя просто предадут, дьяволу, анафеме, как угодно начнут, выкинут. Потому что серое вещество не способно вместить вот это. А мы сейчас пойдем дальше. Смотри. Два мира в постоянном конфликте. Вот они конфликтуют. Внутри себя я уже давно все понял. Знаете, что я понял? Что я ничего никогда не пойму. Первое. Я просто абсолютно соглашаюсь с тем, что будет делать Бог. Знаете на каком основании? На основании, что Он сказал, что моим детям я никогда не дам камень, если они попросят хлеба. Если ты боишься, что тебе дадут камень, значит у тебя нет настоящих отношений со своим отцом. И проблема твоя не с чудесами и знамениями, а с любовью отношениям с твоим отцом. Кто-то понимает? Скажите мне. Сколько у тебя веры, когда тебе было 5 лет? Сколько тебе нужно веры, чтобы кушать то, что приготовил мама и папа? <говорит> <говорит> Мало. Но когда тебе дают конфетку... Помните насчет нас, конфеток кучили? В конфетке может быть что-то нехорошее. И когда... Я помню, приходил, знаете, такой мальчик, знаете, на дворе игрался, дяденька дал конфеты, а там еще слух пошел, детей травят, воруют. Знаете, там было? Я еще малый был. Моментально мама пришла, забрала, говорит, даже если это хорошие конфеты, в урну все, я сказал. Мне нужно было абсолютное, то есть от чужого меня натренировали не принимать. Знаешь почему? Ты до сих пор не веришь в дела Бога, в Его чудеса, потому что Бог для тебя до сих пор чужой проходящие на улице. И ты веришь, твоя вера работает в негатив, ты веришь, что Бог даст тебе камень, заблуждение, извращение и сатанизм. Вот во что верит нынешняя церковь. Не потому, что ты говоришь, вы должны верить, мы не с той стороны подходим, они не смогут поверить, потому что отношений с чужим нет. Но как только эти отношения превращаются в отношения с Отцом, вот почему им даже не надо веры. Они просто проглотят все чудеса, камни, золото, золотые зубы. Все, вот так их дух проглотит. Изъяснил? Понятно? Вот оно. Я хочу, чтобы ты это понимал, перед тем, как ты кому-то будешь это говорить. Проблема их, они не верят. Конечно, они не верят, у них нет отношения с Небесным Отцом. Они его не любят, они ему, они ему не верят. Естественно, они не верят, они его не знают. Он для них чужой дядя, который травит церковь. А дети Бога говорят, отец не может дать. И они принимают руку, и Бог дает. Они берут и говорят, Бог не даст мне камень. И они едят это. Почему? Потому что они любят своего отца. Им не надо веры есть то, что дает отец. Тебе не надо нисколько веры кушать то, что мама приготовила дома. Нисколько. Она твоя мама, ты ее любишь. И ты абсолютно уверен, что она умрет за тебя первее, чем даст тебе что-то грязное или гадкое, или ядовитое. Ты чувствуешь отношения, да, с отцом? Вот они. Проблема не с неверием, проблема с отношением. Идем дальше. Итак, два мира. Вспомните а, моменты жизни Иисуса, где Он пошел в Свое селение. Я хочу некоторые вещи доказать, чтобы оно, знаете, не было голословно, чтобы оно четко, знаете, как бы а, в твой разум вошло, в твой дух вошло, и ты абсолютно понимал, что сейчас происходит. Некоторые из вас абсолютно уже находятся в ином элементе, но я хочу вам сейчас объяснить, и для тех, естественно, которые нас слушают и смотрят, чтобы абсолютно вот, понять, что вот это такое. Итак, Иисус пришел. Помните, он пришел в свое селение и ничего не мог делать. Помните этот момент, да? Знаете почему? Потому что эту притчу нужно читать немножко по-другому. Иисус пришел. Знаете, почему сейчас основная масса церквей, не побоюсь сказать, 90% абсолютно ничего не происходит там? Ну пройди, просто пройдись, начиная от мексиканских, заканчивая русскими. Пройдись вот просто по улице. Зайди туда и найди какие-то сверхъестественные вещи, чудеса, знамения. Кто-то понимает меня, да? Знаете почему? Я сейчас объясню, почему. Не потому, что они плохие. Их проблема в том, что они знают Иисуса. Знаете, что такое есть слово у американцев? Familiarity. Слишком знаем, слишком знакомы, слишком привыкли, слишком понятно. Слушай сюда. Иисус приходит в селение. Вот это селение. Кто-то понимает, да? Вот оно, селение. Вот оно. Приходит в селение. И там в селении, вот в этом селении, да, там много чего водится. В селении. В этом селе. Там много сена. И вот Иисус приходит в это селение, и Он ничего не может сделать. Знаете, что Иисус может сделать в этом селении? То, что это селение считает, что от Иисуса. А это селение считало, что от Иисуса Он может возложить на нескольких людей руки и исцелить их. В селении написано, когда он пришел в свое селение, он не мог совершить никакого чуда, никакого знамения. Помните? Написано только на немногих. На парочку человек возложил руки и исцелил. Это то, во что селение верило. Вот он лимит нашего селения и Христа в нашем селении. Он не тоже... Скажите мне, что Иисус пришел туда просто ничего не делать? Он пришел туда, он хотел, но не смог. Библия говорит... Не мог, не не хотел, не мог. Как это Бог не может? Кто-то может вообще вместить? Знаешь, почему Бог не может? Потому что в твоем сне, вот он твой сон, мой сон, я уже отпрограммировал моего Бога. Кто-то понимает? В этом сне мы с вами все решили, какой Бог и что он может в этом сне делать. А Бог не живет в этом сне. Он хочет вывести тебя этого сна уже. Ты уже должен жить вне сна, вне этой, этого миража и этой реальности. Okay. Смотри, я понимаю, немножко чувствую, по твоим мазам проехался. Извиняюсь, жизнь такая. Смотри. Великий Бог лимитирован в твоем мире и зависит от твоей веры. Ровно столько Иисус может сделать в твоем селении, сколько в твоем селении хватает веры. Вот почему ты под напряжением. Приди, Иисус, приди, Иисус. А Иисус говорит, да я уже сто раз приходил. Может, ты ко мне сходишь в гости? Может, ты как-нибудь придешь ко мне в гости? А как это сделать? А куда это сделать? Я объясню, не переживай. Смотри. Ты Бога имеешь ровно настолько, насколько ты имеешь веру. Вера ⁇ это элемент, который отталкивается от того, во что ты веришь и во что ты не веришь. А что если Всемогущий Бог хочет забрать тебя вообще от этого? Вы знаете, что ты, все мы должны перерасти от отношений ⁇ Я верю, что она моя возлюбленная ⁇ в то, что я знаю, что она моя возлюбленная. Вы знаете, что я... у меня нет веры по отношению к моей жене? Никакой вообще. У меня нет веры. У меня есть абсолютное знание. Кто-то понимает, что есть уровень, где вера не нужна. Вера нужна начинающим младенцам, которые двигаются в возрасте и в познании Христа. Когда, Павел говорит, мы возрастаем в совершенство, мы будем знать и видеть все, как Он. Это говорит Библия. Как Он. Это значит, я с Ним сейчас. В этой реальности приготавливаюсь для владычества и царства не только на этой земельке и над этой водичкой, для царства над вселенной и не только над физическими элементами, над царством, над духовными элементами. Невеста готовится судить самого сатану и падших ангелов прямо сейчас, ты и я. Прямо сейчас. Знаешь, почему мы с вами можем судить? Потому что мы жили на земле и знаем, что плохо, а что хорошо. Кто-то понимает? Ага, слушай дальше. Итак, место из Библии. Марка 6, 1, 5. Марка 6 глава, с первого стиха. Иисус с учениками ушел оттуда и пришел в свой родной город. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. Многие, слушая его, удивлялись, откуда у него это – кто дал ему такую мудрость? Как он совершает такие чудеса? Разве он не плотник? Сын Марии, брат Иакова, Иоси, Иуда и Симона? Разве не здесь у нас живут его сестры? И они отвергали его. Кто-то понимает? Вот оно, почему Бог не действует в нашей жизни. Мы слишком знаем хорошо, персонально, что Бог может, а что не может? Лавку сделать? Может? Ну как, ну чего вы? Вот твое, вот оно селение, которое тебе сейчас говорит, что Иисус может, а что Иисус не может. Прям ты сиди сейчас со своим селением, вот оно. Я со своим, у меня свой тут город. Понимаете? И мы с вами все решаем. Но есть иное измерение, есть иной элемент, есть абсолютно иная жизнь, где твои мозги не участвуют. Ты полностью в послушании Бога. Он скажет: выйди, ты вышел. Он скажет, протянет руку, иди со мной, иди с Ним. Он скажет, тебе переставится транспорте ты транспортируешься вместе с Ним. У тебя нет никакой веры. Понимать ты ничего не понимаешь. И чем дальше ты больше не понимать будешь. Но здесь, на твоих мозгах, Бог не попытался, Он не пришел на эту землю, чтобы твое серое вещество Его поняло. Он пришел на эту землю, чтобы твой дух воскресить и воспитать, чтобы ты переступил через это серое вещество. Бог может все. Все. Смотри. И отвергали Его Иисуса, сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в городе своем и в доме своем. Вот она проблема. Почему у младенцев во Христе больше чудес, чем у тех, у которых Иисус живет в городе Дога. А, знаете почему в старые мехи... Сейчас ты понимаешь, почему в старые мехи не вливается. Потому что там в тех мехах уже знают, какой был Иисус. И только ты вливаешь, там все киснет. Все киснет, бурлит, вонять начинает. Вливается в новое, потому что только новое способно сделать то, что должно. Мы с вами должны быть в постоянном движении. Ты должен постоянно говорить Богу, Бог, вот я, употреби меня, говори что хочешь. Я сделаю, что хочешь. Не бывает пророк без чести, разве только в городе своем и в, и в доме своем, и Он не мог совершить там ни одного чуда, ни одного, лишь исцелил нескольких больных. Вот она картина христианства. Исцелить? Иисус может, а чудо это не от Бога. Представляешь, Иисус пришел. М? Нету. Фу. Не работает. Потому что Иисус не может этого делать в твоем селении. Вспомните, когда Петр, я уже говорил, попал в измерение Бога. Вот оно, измерение Бога. Бог иди в лодку, а Бог говорит, выйди из лодки. Я умру. Нет, не умрешь. Я тебя буду учить доминировать, учить управлять, учать, учить тебя владычествовать. Ты хочешь? А, не, мне комфортно, чтобы ты со мной в лодке был. И Иисус может проплавать с тобой в лодке всю твою жизнь. Но слушай сюда внимательно. Невеста никогда не станет невестой, если она не выйдет. Невеста рождена, предназначена Богом жить в ином измерении. Абсолютно. Она рождена им жить в другом измерении. Мы все с вами в своем... Ты должен сначала, ты должен побороть все вот эти элементы, что от Бога, что не от Бога. Я вам честно скажу: чем старше человек, тем больше у него будет проблем. Знаешь почему? Принять Бога? Потому что у тебя больше серого вещества, ты больше видел, больше слышал, больше читал, ты с большими людьми общался, и у тебя будет самая большая каша в твоей голове. И тех, кто больше всего читал книг, больше всего был в церквях, и еще и был каким-то членом, может быть, двумя членами, тремя членами был, и вы знаете, он был там вообще весь там э, в членстве всю свою жизнь. И вот этих людей будет абсолютно а самая огромная проблема, потому что всю жизнь они будут воевать с этим серым веществом. Они будут воевать с Богом, они будут воевать с серым веществом. Вот один стоит, все принимает. Вот они. Не будете есть мою плоть и пить мою кровь, не имейте части со мной. Все, Иисус, до свидания. Скажите мне, когда Иисус это сказал, кто Иисуса понял? Вот 12, вот, вот, 12, вот 70. Кто понял Иисуса? Никто. Что заставило этих уйти, этих остаться? Расскажу шутку, которую я видел. Все Сиэтле были, светлия, кто смотрел, не подсказывает. Такая фотка стоит, мужчина такой, у него вместо головы взрыв, такой огромный атомный взрыв, и написано внизу: "Я наконец-то понял женщину". Вот это примерно та картина, примерно где ты должен написать: "Вот я наконец-то понял Бога". Снесло окончательно все. То есть ты окончательно, слушай сюда, ты окончательно решил в своей жизни не понять его до конца своих дней. Вы даже не поняли, насколько то было глубоко, то, что я сейчас сказал. Это так, фу, ушло мимо тебя, потому что твое серое вещество не зарегистрировало то, что я сейчас сказал. Ты согласился на всю свою жизнь не понять Бога. Ты согласился никогда его не понять. Ты соглашаешься никогда его не объяснять. Ты соглашаешься всегда ему верить и всегда с ним соглашаться. И когда он сказал, а вы, не хотите пройтись? Они сказали, что они сказали? Они не сказали, Иисус будем есть. Они сказали, они так говорят, по статистике, ну это знаешь то, что видно прошло у них как бы, это моя мозга. По статистике Иисус, у тебя глаголы вечной жизни, ну типа ты знаешь, о чем ты говоришь на нашем языке, то скорее всего мы, наверное, никуда не пойдем. Иисус, не пойми меня неправильно. Я ничего сейчас не понял вообще. У меня ум пукнул. Пфф, то есть, все, извини меня. У всех ум пукнул. У 70 ум пукнул. У 12 ум пукнул. У фарисея вообще он постоянно там был в поносе полном. Там вообще ничего никогда в жизни не заходило. А, -а, 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 -а. Рекламная пауза. Посмейся. Радость от Бога. Какие плохие вещи. Нет. Попу, при... Попу создал Бог. И пук это чтобы тебя повеселить иногда. Знаете, что самое интересное? Я иногда, вы знаете, я с Богом разговариваю на все темы, и на эти темы тоже. Я говорю, Господь, вот почему пук всегда смешной. Вот скажите мне, любую шутку я тебе расскажу 10 раз. И ты уже первый раз ты говоришь, ха, ха 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 второй раз ты говоришь, а-ха-ха, раз ты скажешь, ха, ха 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 Четвертый раз ты говоришь. А вот пук всегда веселит он всегда разный он всегда имеет разный аромат это я сейчас дух религии с тебя вышибаю не пукай Сейчас религию с тебя выкачивать буду ты нормальный человек будь нормальным человеком и улыбнись иногда Праведник. Если даже праведник, он как бы едва ли улыбнется. Едва ли улыбнись хотя бы. И уже пойдет поначалу. А ты праведник? Иисус сказал, я вас сделал праведными. Ты не праведник, потому что ты заслужил. Поэтому ты удостоился хотя бы едва ли улыбнуться. Хорошо. Ну почему тут так хорошо всегда? Какой-то дух радости всегда в Портленде. Приходит особый. Итак, идем дальше. Итак, два измерения. Вы поняли, да? Два измерения. Иисус, ты приглашаешь его к себе всегда. Он всегда у тебя будет. Что-то мочь делать, что-то Он не может делать, что-то что у него получится, что-то у него не получится, потому что ты двигаешься от веры к вере. И если ты Иисуса что-то попросишь, а этого, и этого не понимают твои мозги, значит, твоя вера не включится, и Иисус этого сделать не может. В другом варианте, когда ходит Павел, и Его убить не могут. его Там целая глава описана, Павел свои, своими словами писал, и он так бегло. Целая глава. Что с Ним делали? Как его травили, кусали, побивали камнями, топили, там вообще вот такая целая, целая глава, там уничтожали. И ни разу не умер. Другими словами, смерть не могла его взять. Почему? Потому что он жил по другую сторону измерения. Вы знаете, что Библия говорит для тех, которые переходят в его измерение. Змей, даже если уважают во змеи, вы, вы не умрете. Если тебя попытаются отравить, ты не отравишься. Нормальный человек, нормальный, отравится. Тот, который живет в его измерении, никогда не отравится. Он говорит, я даю вам власть. Над всеми силами тебе дана власть. Но тебе не дана власть в этом измерении, тебе дана власть в том. Поэтому добро пожаловать в измерение Христа. Окей? Okay? Смотри. Все, что ты видишь, слышишь, чему прикасает, это а всего лишь электрические импульсы, которые интерпретируют твой мозг. Поэтому я тебе честно говорю, как только, объясните мне, почему мы с вами, когда мы растем, 5, 8, 10, 12 лет, мы в постоянном развитии. Я смотрел передачу, где подключают мозг, и буквально у тинейджера, у вот этих вот людей, которые вот да у деток, у них разум буквально, они говорят электричество, там импульсы, там просто как будто подключено что-то, там знаете, там вот эти фейерверки в мозгах идут электрические, знаете что это? Это мозги, они делают, и они показывали, как это делается. Он говорит, когда человек учится, он идет, мозги делают дорожки электрические дорожки внутри твоего мозга и эти дорожки они а, вот ты что-то увидел вот ты скажешь, вау и тебя пум сейчас дорожка была мозг сделал электрическую дорожку я, я, я честно говорю я не я, я вот не могу это объяснить но я могу это рассказать как оно там было вот, okay? Поэтому я как бы это не моя тема, но мне так понравилось. Они это все так показывали. Электрические импульсы делают дорожки. И самое интересное, они говорят, что когда он сделал дорожку, это теперь единственная дорожка, по которому этот импульс будет ходить. Слушай сюда. Когда ты вырастаешь, они подключили мозг человека, который вырос. У него нема ни одного импульса. У малого там фейерверки в голове. Там как будто... Вот это, знаете, было похоже на вот это. Фу! Уу, знаете, вот, вот эти вот force of July. И вот это все, такие какие-то сияшки, какие-то блестяшки, какие-то импульсы. У человека взрослого никаких импульсов нет. Накатанные дорожки. Ты все уже знаешь. В твоей голове уже ничего не ни, пуф не делает. Это для детей пуф. Я вам честно говорю, вы смеетесь. Я эту передачу посмотрел, я на колени упал. Я говорю, Бог, пожалуйста, пусть еще фейерверк будет в моей голове заново. Я хочу учиться. Кто-то понимает, о чем я говорю? И вот где мы с вами все попали. Наши мозги уже так изъезжены нашими поездами, мыслями. Мои мысли, мои скакуны». Не знаю, откуда это взялось. Откуда это? Все оттуда же. С дорожки. Вот оно выехало. Газман откуда-то взялся. Я не знаю, откуда он взялся. Прошлая жизнь, наверное. Господь, сотри это на хард-драйве моем. Скакуны поскакали. Не угонишься. Лови скакунов. Потому что можно так заехать. Хорошо. И, в общем, когда вот эти импульсы, и когда показали мозг взрослого человека, и, и они, эти, эти ученые, они говорят, этот человек, они говорят практически brain dead. Знаете, да, что такое brain dead? Brain dead это мертвые мозги. Это мозги, которые не развиваются. Другими словами, они говорят, как только он, этот человек начинает а, брать какие-то новые вещи, куда-то идти, опять начинаются импульсы, опять начинаются электрические выстрелы, опять начинаются вот эти дорожки в мозгу э, рисоваться, и ты, ты становишься умнее и умнее, и предела, они говорят, нет, сколько ты будешь учиться а сколько твой разум будет прокладывать дорог Дорогие, можете представить, что у нас насчет Иисуса уже все съездило. Все же съездило, вернулось по 10 раз, и мы с вами стоим. Знаете, что мы с вами стоим? Мы с вами ждем, пока этот поезд там проедется опять. И ты скажешь, о, сегодня был Иисус, аллилуйя. О, это Бог. Хе. Мурашки, мурашки, мурашки. О, сегодня было такое присутствие, о, присутствие было. У меня мурашки не только на руках были, у меня мурашки еще на шее были. Мурашка это твое прикосновение Бога тебе. Окей, okay? дорогие мои, это не Бог. Это твои мозги прокатнулись там, и это ты везде. И сейчас ты везде ходишь. Что ты ищешь? Мурашек ищешь. Все, в любой церкви. Пришел мурашек, нет. Здесь нет Бога. Нет, здесь Бог есть. У тебя просто мозги больше не работают. Ты больше ничего не воспринимаешь. Ты ждешь своих импульсов, которые ты знал, и ты как радар. Знаете, почему пианино не от Бога? <смех> <смех> Потому что импульс туда никогда не ходил. Знаете, почему а, вот так славить от Господа, а вот так славить? Это не от Господа. Уже там мурашка не бежала ни разу. Окей? Okay? Вот почему. Кто-то понимает, о чем я говорю? Я, я смеюсь, но я тебе сейчас говорю глубины истины. Я тебе говорю сейчас, в чем ты и я застрял, почему Бог не действует. Твой мозг мертв, ты больше не пускаешь. Ты все понял, все принял. И теперь ты ходишь и по своей одной извилине, которую ты где-то в 60-м году тебя зацепила. И там такой импульс был, шабум! И теперь ты везде ходишь и ищешь, где оно, где оно, где оно? Где оно, это таллинское пробуждение. Кто-то понимает меня? И это уже у тебя не Бог. Это все... Я ищу мою мурашку. Почему они поют псалмы, и, там, и веры не стало, и все пропало, и я только листья принес. И, там, знаете, ой, снопы, снопы, и там, Бог мой, что мы, -то, какую только мы дрянь не пели. Потому что по ней бегало что-то когда-то. И теперь мы пытаемся взять этот сборничек, и прокатнуться еще раз по линии, по истории. Когда-то, 35 лет назад, Бог вот здесь, на этом псалме, так пробежался. Бог, я жду тебя. Бог говорит, перестань, иди сюда. Моисей не говорил, Бог, приди сюда. Бог Моисею сказал, нет, ты взойди сюда. Помните, да? Он сказал, Моисей, сюда. Моисей, хорошо, я пошел. Другими словами, Моисей согласился пойти в его измерение, а не пригласить Бога сюда. Смотри, Вот почему Бог не может много сделать в твоем мире, потому что ты пытаешься вместить сверхъестественного Бога в своем естественном мире, мозгу. Тебе также всегда будет нужен следующий уровень веры, чтобы Богу двигаться дальше в твоем мире. Как только что-то новое сейчас произойдет, вот здесь, я даю гарантию всем людям, которые знают Бога, у тебя будет глюк в этот же вечер. такое даже сейчас закусила где-то кого-то на я вижу по телеку он там закусила знаю чувствую почему потому что в твоем мире в твоем селении мы знаем иисуса мы знаем его кто знает иисуса Поднимите руку. а те -а -а. кто-то знает я ничего не знаю я знаю только три дорожки, по которой Иисус пробегал. Вот все, что я знаю. Все, что ты говоришь, это был Бог. Это всего лишь ситуация, нота, время, место, единственное, где Бог тебя коснулся. И теперь ты всю жизнь ищешь эти три ситуации из своей молодости. Потому что ты в мозгу ищешь этого импульса и хочешь вернуться в то состояние. А там Бога нет. Вот это называется религия. Это искать Бога там, где он был вчера. Это религия. За Богом нужно ходить, а не бегать, смотреть, где, где он был. Okay. Ты что-то берешь для себя? А -а -а, хорошо, хорошо. Сегодня хорошая тема. М -м Сколько хороших вещей. Смотри. Эта категория христиан всегда будет бороться против всего того, что их может, не вмещает и разум не понимает. Это младенческое душевное христианство, и оно ничего общего не имеет с духом. А что если Бог призывает нас оставить наше измерение и приглашает, приглашает нас войти в Его измерение, где уже ты, не ты делаешь что-то по вере или через веру, где вера отходит, включается знание, включается полное послушание. Вот почему Бог будет строго взыскивать с тех, кто знает Его, а не те, кто верит в Него. Кто-то понимает? Вот почему для некоторых грешить даже нет проблем, а для других не послушаться ⁇ смерть. Потому что ты знаешь, что ты должен делать. Ты знаешь Бога. И для тебя непослушание равняется смерти. Помните, Моисея? Одно непослушание. Одно непослушание. Бог, ну почему ты Моисеюшку так, ну, ну почему, а? Ну хороший же мужчинка был. Воду раз, крывал, там, раскрывал, там скалы, водичку давал, там, перепилов сыпал. Ну нормальный был мужик, но фараона замочил. Ну как, ну, Бог, ну вспомни, какой Моисеюшка. Можете себе представить? Бог ему сказал, скажи, скале, он проявил непослушание. Он взял свою палку, дрын, разгневался и грохнул по скале. И Бог сказал, не войдешь. Почему? Потому что ты настолько взрослый, что это для тебя равняется смерти. И умер Моисей, не вошед в свою мечту и в свое обетование. А раньше Бог ему сказал, ты введешь. И он не ввел. Это так вишня на торт. Если у кого-то вопросы были. Кто-то понимает измерение? Там могут бесноваться, и Бог просто сказал, там, окропи их там брызненной их водичкой. Там. И это пусть там нечистые до вечера будут. Помните, да? А здесь он просто сделал, он все сделал, он просто вместо сказать ударил. Ну, вода ж потекла, не глава, да. Но Бог сказал, а тебе кранты. Потому что для тебя я был настолько реален, потому что для них я, слушайте сюда, потому что Моисей, знаете почему? Давайте уже расскажу историю. Потому что Моисей показал, для них Моисей был Богом. Кто-то понимает, да? Библия говорит, для них Моисей будет Богом, а Аарон будет пророком, который будет говорить, говорит, для них ты будешь Богом. Другими словами, они показали, он показал картину Бога, которая не существовала. Кто-то понимает, да, глубину этого откровения. Вот почему будут наказаны те, кто ходит с ним очень близко, потому что уже ходишь не... Кто-то понимает иное измерение? Ходишь не ты. Вот почему Моисея Бог убрал, потому что ты показал моим детям себя, а не меня. И они посмотрев на тебя, подумали, что я злой и бью здесь все палкой. Хотя я их люблю, и я тебе сказал, скажи, но Моисей просто нате вам воду, нате. Кто-то понимает глубину этого крови? Вот почему в этом измерении ты не шутишь, в этом измерении через тебя двигается Бог. И является людям сам Бог через тебя. Ты уже не ты живешь, Моисей. Уже Бог живет через тебя. И тебе не надо бить. Тебе нужно всегда показывать то, что показал тебе Бог. Кто-то понял? Тебе всегда нужно быть, репрезентировать его царство. А ты только что репрезентировал свое. Вот почему, Моисей, не войдешь. Забираю и твое тело прячу, чтобы никто в жизни ни тебя не узнал, даже могилы твои не будет. Почему? Потому что ты показал то, кем я не являюсь. Вот почему опасно быть в слиянии с Ним в том измерении, опасно делать свои дела. Там ты показываешь Его, там ты являешь его, там ты в стопроцентовом послушании, и даже 99% послушания для Тебя будет равняться смерти. 99. Кто-то понимает серьезное измерение, да? Это так, на всякий случай, если был вопрос. Okay? Смотри. Ты уже не делаешь ничего по вере, через веру. О, я верю, я верю. Иисус ученикам сказал, скажите мне, сколько нужно было веры ученикам, чтобы преломить тот хлеб, который он сказал преломить и раздать? Кто-то может мне сказать? Нисколько. Он им помолился, дал рыбу, дал хлеб, сказал, ломайте. Вот это измерение его. Тебе не надо. Ты же... Знаете, и ходят ученики над каждой булкой, возлагают руки. Умножается, растет, батон растет, вот он растет, батон. Вот лепешка такая огромная. Ломаем, ломаем, ребята. Они... Ломай, Иисус? Ломай. Всем давай? Всем давай. И потом в конце 12 коробок, ящиков осталось. Кто-то понимает, что такое иное измерение, когда ты слушаешься? Ну, ты можешь на батон руки возлагать, это твое дело. А можно просто слушаться. Вот разница. Я предупреждал, тема для взрослых. Смотри. И ты уже не действуешь, Иисус действует в полную силу небесного царства через тебя, там, где ты уже не живешь, а Он живет через тебя. Смотрите, когда Иисус заговорил с учениками о другом измерении, я уже сказал, просто напомню, когда он сказал, вот, представляете, вот сидят ученики все, да, все принимают Христа, он им говорит о новом мире, он им говорит об изгнании бесов, вот здесь воюют все с фарисеями, вот здесь все, и здесь он говорит, если не будете есть моей плоти и пить моей крови, и здесь моментальный стопор, стопор, ручник, что с этой информацией мне сейчас делать? Что? Куда мне это деть, Иисус? До этого я тебя любил. Я так, я так поклонялся тебе. Вот на тебе вот эти золотые зубы. Объясни. Я тебе еще раз скажу. Не знаю. А ты можешь сделать, чтобы они были? Не могу. Почему? Да потому что я не управляю Богом, а Бог управляет мной. Если ты что-то можешь сделать... Ты ворожи и колдун. Я еще раз повторяю, если ты можешь что-то сделать сейчас, не спрашивая Бога, ты не в ином измерении, ты в заблуждении ада. Потому что Бог, Иисус говорит, я вижу Отца Творящего и творю. И когда Иисусу даже говорили что-то сделать, Он говорил, а, а Он пришел в Ефезду, помните, да? Там было масса людей лежали, Он подошел к одному. Иисус, ну, что у тебя сердце не болит за всех вот их тут, массы их лежат. Что ты одного исцелил? Ты бы мог как исцелить всех, и все как поклонились бы тебе, аллилуйя, аминь. Ну, ну, ну давай, Иисус, давай. И Иисус пошел, знаете, как, как мы с вами представляем. Я представляю себя в Вефесте. Аллилуйя, 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 аллилуйя. О, Господи, дай силы на всех руки возложить. Иисус делал только то, что видел сотворящим, и ни разу не выходил из его воли. Он не всех исцелял, он не всех освобождал, и далеко не все сделал. Только не по одной причине, потому что а у тебя ничего не получается? Гляньте, к нам сам шабовала приезжал и этот человек не исцелился. <свёздит> Причем здесь я вообще? Я не принадлежу себе, я здесь чтобы принести свободу в разуме кому-то. И может из этой конференции, там тысячной, для одного вообще Бог меня послал, а для других во свидетельство. Кто-то может понять это? Мы вообще не руководим своей жизнью. Еще раз, если ты что-то можешь сделать, твоя сила не от Бога. Я ничего делать не могу. Мы делаем только то, что мы видим от сотворящим. Вот это оно измерение. Кто-то понимает меня? Вот оно измерение. Иисус говорит, сам по себе, сын человеческий, ничего не делать. Можешь, ты можешь вот это откровение впитать в себя. Ничего не делает. Его просили, умоляли, он ничего не делал. Но в тот момент, когда он слышал, видел Бога, я уверен, он был намного в будущем дальше, чем мы представляем себе. Он видел картины. Он идет. Он идет и делает. Идет и делает. Идет и делает. Идет и делает. Классно. Мне так нравится. Вы знаете, церковь вырастет. Церковь вырастет в понимании того, когда ты начнешь вот так двигаться, когда ты начнешь ему полностью доверять свою жизнь, вокруг тебя тоже не будут все исцеленные, все освобожденные, все все поняли, все тебе поаплодировали. Далеко не так. Но ты будешь в самом центре его измерения. Ты будешь ходить. И Библия говорит, для одних ты будешь оживительным жизнью, а для других ты будешь ядом смерть. Одних ты будешь оживлять, других убивать. Почему? Потому что это царство небесное, оно внутри тебя. Для семени Бога ты будешь жизнь, для семени Сатаны ты будешь смерть. Ты будешь их раздражать, уничтожать, рвать на куски, и они еще больше обрыгивать тебя будут. Окей? Okay? Смотри. Вот почему Бог приглашает нас в свой мир и его измерение, где все возможно и все доступно. Все возможно и все доступно с разрешения Отца. С разрешения Отца с разрешения Отца. И все, что не попросите Отца во имя Мое, вот оно. Не начнете из горла тянуть, попросите. Написано, Отец вам даст. Если попросите во имя Мое, Отец вам даст. Просите и получите. Смотри. Понимается абсолютно другая категория личности, новая ДНК. Это дети Бога, которые отсоединены от этой лимитированной реальности и двигаются в мире Бога, где нет лимитов, и все физические законы обязаны преклониться перед этими людьми обязан. Смотри, невеста не может жить в измерении веры. Еще раз говорю, невеста не может жить в измерении веры. Невеста может начать с измерения веры, но невеста не будет жить в измерении веры. Невеста будет жить в абсолютном измерении Бога. Знаете, скажите мне, кто глава церкви? Иисус, да? Так почему мы же мы с вами до сих пор, как церковь, решаем, что от Бога, что не от Бога, что делать, что не делать? Потому что мы, можешь себе представить, Богу нужны твои, твои части тела, Он станет головой. Можешь себе представить, когда Иисус станет головой церкви по-настоящему? Что церковь начнет делать? Скажите мне, вот, вот сейчас, скажи мне, что тебе нужно сейчас для того, чтобы верить? Твои мозги. Твои мозги, чтобы верить. Ты скажешь, я духом верю. Да мы духом верим все. Почему одних есть, других нет? Потому что мозги не позволяют верить больше. И уперлась уже, все, вот она. Верю, верю. Не, не, не верю. Сори, попробуем завтра еще разок. Мозги. Верю, не верю. Смотри. <свят> Невеста должна жить в измерении, не может жить в измерении веры, она должна жить в измерении знания. И можешь себе представить, когда вот я верю, не верю, и твоя голова снимается, и твое тело такое, фух, аллилуйя, и голова Христа становится. Скажи мне, сколько твоей рук? Теперь чему нужна вера? Ничему не нужна вера. Теперь нужно абсолютное послушание голове. И части тела идут и делают. Кто-то понимает этот вариант церкви это вариант Христа церкви, вот он. Где Он голова, а ты в полном послушании. Скажите мне, рука моя сама по себе может сейчас вот это делать? Я такой: рука, стоп, стоп! Извините, извините. Извините, извините, мне рука мешает сейчас. Извините. Я сказал, тихо. Понимаете, да, это говорит о том, что меня сейчас надо в психбольницу забрать. Okay? это говорит о том, что у меня или мозг раздвоился, расстроился, или там что-то в руку вселилось. Моя рука, она абсолютно послушается чему, церковь, моему разуму. Скажите мне, я, я, я хочу разломать вот этот барьер, чтобы ты понял, что есть вера. Скажите мне, моей руке сейчас нужна вера, чтобы двигаться? Ломается твердыня? Ломается, нет? Ломается? Вы даже не, вы не представляете, насколько глубоко то, что я сейчас сказал. В моей руке никакая вера для движения не нужна. В моей руке нужно абсолютное соединение и просто послушание. Кто-то понимает? Так вот оно, церковь. Вот оно иное измерение, где не я глава, а он глава. Потому что если ты глава в своей жизни и в своем селении, тебе нужно всегда контактировать с этой коробочкой, чтобы твоя рука что-то сделала или чего-то не сделала. Когда он глава, ты идешь и делаешь. Сколько нужно было Петру, чтобы его, сколько нужно было веры Петру, чтобы тень исцеляла? Вот он идет, и он как, тень, сегодня мы пойдем на прогулку, я приказываю тени моей активизироваться во имя Иисуса Христа и исцелять все, к чему она коснется. Поняла, тень? Тень. То. Это фонарь. Если даже это кто-то делает, то мне просто жаль, и там надо провериться, знаете, у доктора. Чем быстрее, тем лучше. Знаете, это говорит о чем? Это говорит о том, что его глава сейчас Христос, и это тень Христа. Я еще раз вам говорю, дорогие, не надо вера, мне не надо вера. Я верю, я верю, что моя рука сейчас возьмет стакан. Я верю, я верю, я верю, я верю. Вот она берет. Но не надо вера. Рука слушается мои мозги. Вы, видели? вы когда-нибудь лежали, и твоя рука где-то там в клубе позанимался, и рука такая. Я такой лежу, думаю, Господь, я хочу заснуть. У меня там, знаете, убылоко-то, да, мышцы. Знаете, дергается, дергается мышца. Дышит. И ты такой, слушай, ну что она не слушает за меня? Прики... А прикиньте как Христу. Дошло? Христос. Представьте, он же глава, нигде не написано, что Иисус нога. Иисус нос, ноздри. Иисус глаза. Или там, знаете, Иисус глава, он мозг, он управительная часть. И представляете, лежит Иисус. И тело, тело пошло на миссионерскую поездку. Кто-то понимает, да? Он говорит, ну когда? Иное измерение, полное послушание. Он хозяин моей жизни. Я не делаю гуманитарных поездок, я ничего не делаю, если не вижу его творящим. А как узнать, если он творит? Библия говорит: по плодам их узнайте их. По плодам узнайте их, не по болтовне и не по длине их э, пиджака и не по длине их резюме и, и не по рукоположениям, кто их там рукоположил. Видел? Он руки. К одному захожу, о, Господи, я честно говорю, захожу, я так не понял, думаю, что это такое? Он. Он не пропустил ни одного рукоположения, все сфотоли. Я такой прохожу, стена. И везде, знаете, и везде. Знаете, это косты. Фотка, 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 фотка. Я такой думаю, Иисус, освободи его. Сколько там живет их? И Он гордится. Видел. Лучше бы не видел. Мне тебя жаль. Смотри, невеста не может жить в измерении веры. Ее отношения должны перейти в полное слияние со своим женихом, где самый Иисус делает то, что он желает через нас. Именно в этом мире жил Иисус. Именно в этом мире должна жить его невеста. И Иисус не только, знаете, исцелял, он ходил по воде, он ходил через стены, он преображался. В, в один прекрасный момент Библия даже говорит, что его ученики по дороге в Имаус не могли узнать, потому что Иисус явился в иной форме. Он был другой мужик. Другой вообще. Они вообще его не узнали. Только когда он приломил хлеб, они, «А, это движение мы где-то видели. И тут хоп, и исчез мужик. Это Иисус был. Помните, да? Ага, ага. Смотри. Иисус это все делал, он, он ходил через стены, транспортировался, преображался на глазах учеников и массы других вещей. Сам Бог, Бог будет вести тебя и учить тебя. Он, он будет показывать нам через наше сознание, ненормальное для нашего мозга и сознания картины, с которыми мы должны согласиться, привести их в действие. Вот Бог показывает тебе вещь, ты должен согласиться с ней. Ты должен согласиться с ней. В один прекрасный момент и Бог Иисусу говорит плюнь ему в лицо. Ну, представляете, да, исцеление. Ну, Иисус, ну, ну тут же нормальные мужчины. Пиджачки, галстуки, камеры. Вот стоит слепой. И что, вот это сейчас... Да, вот так и сделай. Знаешь, что он так сделал? Он видел отца плюющим. Чего вы улыбаетесь? Я гарантию даю. Он говорит, я не вижу, не делаю ничего того, чего отец не творит. Другими словами, он видит, плюет отец, плюет, плюем. Другими словами, он вообще хоркнул, грязь сделал и глаз, лицо замазал пфф, грязью, вложил. Говорит, иди умойся. я бы на месте слепого сказал? Естественно. Чем мне еще делать? Я сейчас пойду морду мыть. Что-нибудь ходить, что ли? Ну, представляете, да? Вот, ну, Бог говорит. Иисусу надо делать. Насколько это непонятно или страшно, или как бы это ни было. Личное наблюдение. Я сейчас докажу. Я докажу всем людям, религиозным людям, людям, которые не хотят жить в том измерении, людям, которые не верят в чудеса. Я сейчас всем вам докажу, что вы верите в чудеса, и для вас это естественно. Хотите объяснить как? Хотите вам объяснить? Доказываю. Мое личное наблюдение и мои личные эксперименты. Какому бы человеку, религиозному, который ненавидит зубы, там вообще это сатанизмом считает, я задавал несколько вопросов. Это мой личный опрос за, за, за вот эти годы. Я был там, я был там, я был там и просто задавал вопросы. Они даже не замечали, что я тесты делал. Я задал вопрос: тебе когда-нибудь снилось, что ты летаешь? Да. Тебе когда-нибудь Снилось, что ты а, исчезаешь, появляешься. Ты творишь какие-то чудеса, изгоняешь бесов, исцеляешь бы любого рода сверхъестественные вещи. Тебе снилось? Да. Ты чувствовал, что это от дьявола? Нет. Nee. <связывая> <связывая> вы все за мной? Все за мной? Это мой эксперимент. Это, это, знаете, я иногда... Эта тема, кстати, готовилась несколько лет, чтобы вам сейчас рассказать, потому что эксперименты не закончены были. Okay. Все! Из моего опыта и вопросов, все, кто были со мной честные, люди взрослые, которые не верили вообще, зубы, это, это вообще, это, это шаманизм, это все. Я говорю, вы делали? Я говорю, почему во сне ты не сказал, так стоп, 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 стоп приземлить меня, быстро приземлить меня, быстро приземлить меня? Это не на Бога, это не на Бога. Вот, то, то, то. Какие бы рода ты чудеса не делал, все вы во сне делали какие-то сверхъестественные вещи. Все мы во сне делали нереальные вещи для нашего разума. И для всех из нас это все было нормально, пока мы не проснулись. Кто-то понимает? Знаете, что происходило в этот момент? Ты веришь в чудеса. Твой дух в них уже давным-давно живет. Твое серое вещество, было отключено на время твоего сна, оно отдыхает. Кто-то понимает, да, серое вещество, нужно отдохнуть. И в этот момент твоей жизнью, твоим духом руководило подсознание, которое некому сказать. Представляете, подсознание это как пятилетний ребенок, который творит что хочет. А серое вещество это взрослый родитель, который говорит, не не нет Бога, О, окей. Но вы знаете, но подсознание, оно, оно, абсолютно ничему не учится. Оно хочет все делать, всегда делать, оно хочет везде лезть, оно хочет везде летать. И чем больше летать, вас тем лучше. А я знаю, что ты хочешь летать. Ну, что хочешь там? Летать, приземляться, там, прыгать, суперменом быть. Что угодно. Там во сне, кто мне, как по рассказывали, я думаю, бог мой, упаси. Подсознание это как пятилетний ребенок, который не контролируется. Ты его Твое сознание — это серое вещество, которое, как родитель, который говорит ему: «От Бога не от Бога не иди, не пой, не прикасайся! Это от дьявола!» И, и твоему подсознанию придется, знаете, ему приходится сидеть вот в этой тюрьме. Но как только ты засыпаешь, подсознание смотрит: батя дрыхнет. Кто-то понимает, о чем я говорю? Это у нас у всех. И твое подсознание... На подвиги. Я вам гарантирую всех, твое подсознание, твой дух через твое детское подсознание летал, делал что угодно, спасал людей, ломал автоматы, уклонялся от пули, как Нио, что угодно. Твой, твое подсознание это как шаловной ребенок, у которого сейчас нет родителя, который орет нельзя. Во сне ты делаешь все. Но как только ты просыпаешься, просыпается пахан. И сразу говорит, что нельзя делать. Нельзя, нельзя, не то, не то, И ты сразу приходишь в эту реальность. И опять закрывается подсознание в, в шкаф до того, как опять ты, зас... пока пахан заснет. Кто-то понимает? Вот этот конфликт. И вот что Бог хочет. Бог хочет научить тебя жить. Твоим духом, подсознанием, мимо серого вещества. Серое вещество нам дано с вами не для того, чтобы контролировать духовную сферу. Оно дано нам с вами, чтобы контролировать жизнь на Земле. Жить. Мне сознание нужно здесь. Мне сознание нужно не обжечься, не то, там воспитать ребенка. Кто-то понимает, да? Встать вовремя на работу. Не, 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 не. Завести машину, чтобы она прогрелась. Okay? Перед тем, как я туда сяду и примерзну к той сидушке. То есть, ну, чего? То есть вот для чего мне нужно мое сознание. Но сознание ни в коем случае не нужно брать на беседу, на духовную ячейку. На духовной ячейке собирается Бог, подсознание, твой дух, а ум мы туда не пускаем. Кто-то понимает? Мозги. А можно мне на ячейку вашу? Бог, Святой Дух, подсознание. Я тебя выловлю потом и дух твой. Душу берете, да? И душу забрали с собой. Да? А могу я? Ты не имеешь права пускать мозги на ячейку. Мозги, ты так выйди и скажи, мозг управлять будешь днем, управлять будешь моим мотоциклом, будешь управлять навигатором, мозг ты мне нужен, чтобы на работе работать, а сюда даже не лезь ты не потянешь. Тебе будет плохо, ты перегреешься. А мозг хочет. А я хочу. И мозг приходит и говорит, а вы мне объясните. Кто-то понимает, как работает мозг, да? У всех. Это я сейчас про тебя одного рассказываю. Это вся толпа, она вся в тебе живет. Окей? У тебя там целое движение идет. И там душа, там дух, там подсознание, там Бог сидит. И мозг пытается всегда войти и свою лепту вложить. А, это, а нет Бога. Видели? Это нет Бога. А ну пошло отсюда. А ну иди отсюда, извилина. Не мешай советоваться вечным личностям. Я тебе еще раз говорю, я иронизирую церковь, я, специ... я же говорю, я специально все это делаю, чтобы в твоем мозгу навести порядок сейчас. Ты должен сказать, нет, эти вещи. Мозг грешает, вот. Мозг, греша... мозг сейчас мне нужен, чтобы сказать, температура в зале нормальная, Или, ребята, жарковато. Можете включить кондиционер? Кто-то понимает, для чего мозги мне нужны? Но ни в коем случае. А это от Бога. Твой дух должен сказать о тех, кто спрашивает, а ну лежать. Вот когда температура была, все нормально. Okay? Но в этом случае. Когда мне Бог научил вот это все, вот этот процесс, это хи-хи-ха-ха, вы знаете, что это реальность? Когда ты скажешь, я не пускаю мой мозг, мой мозг Богом дан для определенной функции. Почему мы с вами пустили мозг во все духовное, и теперь эта тварь решает все в нашей жизни? Ты объясните мне, почему вот эта тварь решает все в нашей жизни? Такой Бог. Знаете, почему нельзя мозгом познать Бога? Потому что ты, когда заходишь в мозг, рисуются дорожки, о которых я говорил, нарисовывается картина, и ты засыхаешь. Другими словами, залили бетон, прошлись по нему, и он застыл. И вот эти следы, это все, что останется, и это ты скажешь, вот это Бог был. Эти следы оставил Бог. Вот. Все остальное? Нет Бога. Твой дух способен, не понимая, вмещать все, Верить во все, жаждать все, я тебе еще раз говорю, через свой сон, ты, даже не верующий в чудеса, можешь себе задать вопрос, почему я во сне во все верю, а на яву ни во что. Задай себе этот вопрос. Когда я этот эксперимент провел, я был шокирован, что все, все верят в сверхъестественное своим духом. Но как только включается вот этот пахан, он моментально вырубает все, потому что в этом пахане он знает, как Бог роба. Знаете, кто сейчас руководит церквями? Селение. Селение Иисуса не пускает. Селение знает, как робы Бог. И вот это, это не Иисус. Мы помним Иисуса до того, как Он еще ушел отсюда. Мы помним там парочку вещей. Мы помним, Он сделал, может, какие-то там мелкие там чудеса, да, в воду, в вино. Э, ну да, он пойдет нормально. Мы помним э, лавочки помним, стульчики помним, помним столики деревянные, все помним, рамочки помним, все помним, как делал. Это не Иисус. Вот в чем проблема. Твои мозги уже знают все, какой должен быть Иисус. Вот почему их нельзя пускать дальше. Это мое наблюдение. Потому что во сне отключено сознание, мозг отдыхает, поэтому работает подсознание. И вот весь этот процесс, вот он, почему и происходит. Мозг – это всего лишь процессор, который говорит тебе, что ты можешь, а чего нет. Вы понимаете, почему мозг нужен здесь? Потому что мозг мне нужен сейчас, мои мозги, мой интеллект нужен мне. Потому что мне, меня, мой мозг, он будет управлять моей жизнью на земле. Но ни в коем случае, когда Иисус начнет меня управлять. И Иисус скажет мне, помните, сидрах в одинаковый, помните? Пойдете в печь. Мозг угадает, что тебе скажет. Хе, все, сегодня будет барбекю. Понимаете, да? Сегодня будет жареный, что будет пахнуть жаренько. И Иисус говорит, не переживай, ничего. Огонь вас не коснется. Почему? Потому что эти личности ходили в другом измерении. Огонь не касается, львы не едят, вода не берет. Пули, стрелы, что угодно. Львы не рвут. Ничего, все, ничего не работает. Яд не работает. Только по одной причине. Потому что это вещество давным-давно перестало двигаться в духовном и отключено насчет духовных вещей. Это вещество нужно для управления этой землей. Смотри. Итак. Мир это большая площадка. Заканчиваю. Заканчиваю, заканчиваю, потому что мне уже пора заканчивать. Мне уже пора дома быть, наверное. Смотри. Мир – это большая площадка, на которую приходят духи, облеченные в тело, тренироваться и учиться владычествовать над всеми физическими элементами. Кто-то через колдовство это делает нелегально, и они будут, естественно, за это наказаны. Выйти из этого миража. Вот этот сон для них, вот этот сон, и вот это то, что они касаются, для них это реальность. Я еще раз вам говорю, родная моя семья, мы все проснемся. Этот сон, он закончится через несколько лет, у кого-то раньше, у кого-то позже. И мы все с вами очнемся в вечной, настоящей, реальной жизни. Я еще раз вам говорю, если кто-то считает, что это реальность, это реальность, пока ты в ней. Ты сейчас здесь делаешь решения, которые отразятся на твою настоящую жизнь там. Когда ты покинешь этот футляр. И вся эта тема для взрослого человека. Мы посмеялись, позабавились здесь, все нормально но я хочу чтобы ты вынес отсюда что то ты вынес от, ты берешь для себя что то сейчас вот здесь два мира два измерения твой мозг все вот эти моменты пожалуйста возьми это в свой дух и просто скажи да богу нет тому что приходит и просто скажи отец я перешагиваю в иное измерение я перешагиваю на твою сторону ты создан богом чтобы владычествовать миром а не мир создан чтобы владычествовать тобой Аминь. Воздай слава Богу, поднимайся. Вечная проповедь закончилась. Жизнь такая. Просто сейчас, я уверен, что сейчас, может быть, в твоем духе, да, даже в твоем разуме, некоторые вещи становятся на свои места. Кое-что ты взял для себя. Все вы сейчас слышали разную проповедь, поэтому я всегда прошу людей переслушивать ее, потому что, когда ты первый раз ты слушаешь ее, твой мозг берет то, что он понимает и хочет, и отбрасывает то, что он не понимает. Поэтому проповедь нужно переслушать несколько раз, чтобы уловить элементы все. Я прошу сейчас вас, просто не отложите это просто, как, знаете, такой забавная проповедь или там какие-то веселые моменты. Вы должны понять, дорогие, что это и есть наша жизнь, это и есть то, кем сейчас ты прямо сейчас решаешь, где ты будешь жить. Я всегда говорю, ты, ты, ты запросто спасен, ты, ты спасен. Ты, мы не говорим сейчас о Не спасении или аде, мы уже давным-давно спасены Христом, и никто не отлучит нас от Его любви. Я говорю сейчас о том, где ты хочешь, чтобы Иисус был в лодке, или Ты хочешь стоять с Ним на воде. Что ты хочешь достичь в своей жизни? Я хочу достичь только самого великого, того, чего Он приготовил для меня. Я хочу, чтобы Бог взрывал мои мозги каждый день. Кто-то понимает? Я хочу, чтобы у меня фейерверки там в мозгах были каждый день, каждую ночь. И ночью, вот все, я просто говорю, Бог, я ничего не знаю. Я, я та глина, которую я не хочу черстветь. И я прошу Духа Святого всегда держать мою глину в таком состоянии, в котором ее можно мять, строить. Не вздумайте зачерстветь. Перестаньте мозгами понимать Бога. Вы никогда не поймете. Вы будете в шоке, разочарованы и разбиты. Потому что как только ты начнешь понимать Бога мозгами, ты опять станешь религией и сектой. Ты станешь какой-то деноминацией. Потому что деноминация основана на том, где Бог был. Но там все засохло. Там все понято мозгами. И теперь все, что не понимается мозгами, там не воспринимается. Но мозги Богом никогда не были даны, чтобы мозгами принимать Бога пробуждение и движение. Для этого нам дан дух, церковь. Дух. Вот он. И я отдаю мое тело моему Иисусу. Я говорю ему, пользуйся. Возьми меня, займи меня я твоя территория, я, я еще раз говорю тебе, любимый мой Иисус, и я ничего не знаю, и я прошу мудрости и знания, я ничего не понимаю, я человек, я чистый холст, каждый день я просыпаюсь, я чистый холст, и я говорю тебе, любимый мой, пиши свою картину, я свежая глина, готовая к тому, чтобы ты ее употребил. Каждый день я не хочу. Отец, я еще раз говорю тебе, я ничего не знаю, как должно знать. Я еще не там не был, где я должен быть. Я абсолютно говорю тебе, я твой, я твой. Я готов учиться, я ученик навсегда. Ты мой учитель навсегда. Я никогда не вырасту из сана сыновей. Я всегда буду сыном, а ты всегда будешь моим отцом. Это говорит о том, что у меня всегда буду учиться. Я люблю учиться, я наслаждаюсь учиться. Учи меня, Иисус. Я твой, я твой, я твой. Я принадлежу тебе. Спасибо тебе. Научи меня ходить твоими путями. Научи меня ходить твоей дорогой. Научи меня достичь то, что ты сказал, мы достигнешь, и ты сказал, мы достигнем больше. Я благодарю тебя, любимый Иисус. Спасибо. Спасибо. Аминь. ему славу, присаживайся.